Мам, ну ты даешь. Как могли деньги кончиться? Мне завтра в школу идти, а у меня ни портфели, ни тетради, ничего. Да я не знаю. Вроде я считала, все должно было хватить. Сейчас подожди, позвоним бабушке, она нам даст денег. Блин, деньги на телефоне закончились. Есть деньги на телефоне? Артем, ты подождешь меня в машине, а я приду через 15 минут. От такой банальной ситуации никто не застрахован. Обзванивать друзей с родственниками нет ни времени, ни возможности. Да и неудобно как-то взаймы просить. Если деньги нужны здесь и сейчас, ноги в руки и бегом за скорой денежной помощью. У меня нет поручителей и залога тоже нету. Но мне очень нужны деньги. Не переживай, если залог и поручители ты не сможешь предоставить. Этого от тебя просто не потребуют. Все, что тебе нужно, это паспорт и любой другой документ, удостоверяющий личность. Это может быть заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный билет, ИНН или страховое свидетельство Фонда государственного пенсионного страхования. В твоем распоряжении будет вот такая табличка. Здесь ты сможешь увидеть окончательную сумму возврата. И она будет именно такой, как здесь указано. Ни в коем случае не больше. Получить экспресс-займ может лицо от 23 до 60 лет, проживающее на территории города Благовещенска либо Благовещенском районе, а также имеющее постоянное место работы в городе Благовещенске. Сумма займа может составлять от 2 до 10 тысяч рублей на срок от 7 до 14 дней. У меня как раз зарплата через неделю. Вот здесь, на пересечении суммы займа и количества дней, ты увидишь цифру. Ее-то и нужно будет тебе отдать по истечении срока займа. А долго оформлять меня будете? А то меня там ребенок в машине ждет. На все про все у тебя уйдет 15-20 минут. За это время тебя ознакомят с условиями сделки. Все они прописаны в договоре. Останется дело за малым. Подписать договор и получить деньги. Артем, пойдем за покупками. Так у нас же денег нет. Уже есть. Я, Марина, дежурная по рубрике, уже обо всем позаботилась.